Assalomu alaykum barcha savob umidida yurgan insonlarga. Mana bugun Ro'za-i Ramazon oyining oxirgi kuni 30 aprel 2022 yil. Hammalaringni kirib kelayotgan hayit bilan tabriklaymiz. Bu videoda ko'rib turganlaringiz mana Jabbor Rasulov nohiyasidagi markaziy stadion paralelardan g'ulakandozga qarab ketishda mana shu stadionni to'g'risida Boychechak yasli shu ko'chadan kirib borishda 2-chi dom chap qo'lda mana yasliga e'tibormasdan chap qo'lda 1-chi etajda Sasha degan yigit yashaydi. Ayasi ukasi bilan. Oilaviy sharoitlari juda ham og'ir. O'zi onkologik kasallikka duchor bo'lgan ekan, shunga qo'llaringdan kiyancha shu ro'za oylarida zakotlaringni bermagan bo'lsanglar xolos, shunga berishlaringni iltimos qilib qolamiz. Dushanba City karta nomerlarini qo'yamiz. Marhamat. Qo'ldan kelgancha yordam qiling. Здравствуйте. Ассалому алейкум. Дамирчик, привет. Сиха саломатмы? Ну-ка. Саша, ассалому алейкум. Рахмат, всё отлично. Сиха саломатмы? Айтлы урай булсын. Саша, сиха саломатлы зору? Яхшы мы басы? Турады, ярдамларыгыз билан. Саломат бўлинг. Биз mana shu Ramazonlarda Havroga keldik, bir so'raylik, qani sihat salomatchiliklar, ahli oila hamma yaxshimi deb. Qanaqa xabarlar, qanaqa siz endi? Sizga borgan xabar shu manzil yo'lida, hatto siz kelib mana xabar oldingiz, rahmat. Salomat bo'ling. Salomatlik ustida mana sal ishlaylik deb endi chet tomondan musofirchilik sal bo'lmay qoldi. O'zi lechenie bo'lyapti o'zi? Faqat bu shukr, no. Uyni ahvoli shunday tushdiki, lechenie pul yetmasdan, nima bo'lmasdan, bor ishlangan narsani sotib, uni sotilgan puliga lechenie ketyapti, shukr. Tushunarli. Ishlaganimni sog'liqqa ishlardik-da, a taq mana ko'pincha sal ko'p gapirishga qiynalishim mumkin, mana ayamlar Да, да, можете присоединиться, кстати. И какова сейчас ситуация в семье? Наша цель ясна, понятна всем. Сейчас первый необходимый может быть продукт питания, да, может быть. Да. Аж умуман хозир бирор ким хабар олиб турадими стабильный основада бир что ҳар ой определённое число да нимада қандай хозир? Что уже сиз ишлаб турдингиз, ҳаммаси яхши, ҳаммаси зўр эди. Всё ишдан ташладингиз, чиқдингиз у. Энди хозир кимдир хабар оладими, что бир хил момент, бир хил нимада? Пока давлат томонидан нима бўлмади, но ёрдам сўраш бор эди. Бор, ага. Ну, пока на рассмотрение. Понятно, шунарли. Что первое необходимое сейчас для вашей семьи нужно? Первое необходимое нам продукт питания. Сколько человек в семье? Трое. Трое, да, Мерчик, да? Девять. Он четвертый класс ходит, да, уже в этом пойдет. Году? Пойдет, пойдет, да, еще? А. А, понятно. Папа у него умер. Ну, пока она, слава Богу, немного с церкви тоже поддержка есть. Это по христианской основе, так как у меня семья русскоязычная. Гражданства нету, потому что не успела сделать, хотя хотелось бы. Поэтому всему причиной стала основа вот эта авария при мостострое, даже по адресу город Тюмень, Тюменская область. Мост 50 лет волокается. На основе правления этого моста получилась вот такая ситуация. А про болезнь когда узнали? Как это случилось? Когда это было? После какой сейчас анализ, диагноз у вас? После аварии... Через 3 года образовалась гематома начальной стадии. Недавно. А, это уже утвержденные данные, года, да? Лечитесь уже, начали? Вот, да. Уже лечимся полгода. Из-за химии вот немножко... Волосы уже вот растают, да? Ну, конечно, никому не пожелать такого, и вообще, когда человек сам не болеет, не знает, поэтому спасибо вам, что можете хотя бы с видеороликом, я думаю, что-нибудь или какой-нибудь толк от этого будет.
Да, мы на это надеемся. Саша, окей, что-нибудь айтышыңыз мүмкін? Добавить вот надо, может, просто добавить что-нибудь. Что я могу добавить? Сейчас пока вот тюменским врачам спасибо, подняли его, а то даже разговаривать не мог, ходить не мог. Нашим докторам с области спасибо. Соседки Кисиной. Ну, Да. соседки Кисиной, она врач-травматолог, она приходила, уколы делала и До сих приходит, пор. и до сих пор приходит. Скорой нашей спасибо, как родной дом Соседи спасибо. поддерживают Вот, как могут, но вот у них тоже своя семья. И вам огромное спасибо, потому что до этого вы, ну, хоть и без баливших, без обезболивающих, помню. До этого Ширали тоже приезжающий. Да, и общий знакомый. Я через него же знаю вас. Он приезжал, нашел ему работу, все, но тут у него вот эта гематома не давала покоя ему. Ну, сейчас принял облучение, немножко 3 укола химиотерапии. Пришлось кое-что еще продать. Ну ладно, зато это Самое главное здоровье. сейчас вот боли атакует, но на обезболивающую фоне, в основном вот капельницы. Нет, тоже принимает еще обезболивающие тоже. Итак, для подогрева организма уже, чтобы до конца поддержку организма делать. Дай Бог вам здоровья. Вам тоже спасибо, что Окей. нас посещаете, наставляете. Да, это наш общий долг. Лично мы вам.